тоже появились на подиуме. И, кстати, вы обратили внимание, насколько мы разные. Я маленького роста, да, 46-48 размер. А вот посмотрите, да, на Ульяне совершенно, у нее другой тип фигуры. Но как стильно смотрится это платье и на мне, и на ней. Давайте вот, Надь, расскажи, секрет, в чем секрет. Секрет, конечно же, в практичном крое. Крой такого платья практически слегка полуприталенный. Я не назову это, ну, по логике это платье-футляр, конечно же, потому что оно у нас цельное, нет отрезных линий по талии, оно идет длины ниже колена, платье-футляр, но свободное облегание здесь, видите, оно не перетягивает, не пережимает, и это классика, которая идет всем фигурам, и что очень важно, поскольку нас смотрят женщины по всей России, разных возрастов, разных групп, это такой фасон, который я рекомендую не только молоденьким, да, звонким, тонким, да, Наташ, как ты, но и женщинам с такими формами, которым есть что показать, до 58 размера. В общем, посыл мой таков. Это классическое платье-футляр, но слегка на свободное облегание. То есть оно не облепляет фигуру, а красиво ее подчеркивает. Ты знаешь, я с тобой совершенно согласна. Настолько стильно и грациозно я выгляжу. И ты знаешь, честно говоря, настроение даже повысилось после того, как я примерила это платье. Но я более тебе того скажу, что мне еще в нем очень комфортно. Какой-то невероятно какая-то комфортная ткань. То есть такое ощущение, что тело дышит. Расскажи нам про состав, про ткань. Ну, состав — это тоже уже вечная классика, которую мы полюбили. Я, когда захожу в магазин, всегда смотрю только вискозные вещи. Хлопок или вискоза. Потому что вискоза, по сути, это и есть древесный шелк. Это некий материал, который создан на основе природного материала. Древесина, вискоза. Вискоза, которая отводит лишнюю влагу, позволяет телу дышать. В таком платье вы не запаритесь. Например, если у вас сверху пальто из шерсти, это очень практично. Ну и, конечно же, сама ткань, если ты сейчас пощупаешь на ощупь, она слегка как будто буклерированная. То есть она такая, имеет фактуру. Ох, как она, Наташа, с ножками перебирает. Не могу, я сама собой любуюсь. Мне так нравится это платье. Стоять на месте не можешь, да. Вот, фактура букле такая, ну такая, не сильная, объемная, а чуть-чуть слегка фактуристая. И, конечно, подплечники, безусловно. Вот и Наташи хрупкие плечи, мы добавили чуть-чуть формы. На Ульяне подплечники сели вообще, вписались просто в фигуру, как свои, да, как вот просто свои плечи, не отличишь. Ну, ты знаешь, я на самом деле в восторге еще не только от силуэта и от внешнего вида, я в восторге от цены.